Добрый день, друзья! Сегодня будем продолжать рассказывать про проект Artery. Расскажу сегодня конкретно про пассивный доход. Спрашивали, как отправить монеты на делегирование и как начать получать про пассивный доход. И вообще, остановлюсь сегодня больше на пассивных доходах, на тех способах, которые позволяют нам пассивно зарабатывать именно в проекте Artery. Во-первых, я надеюсь, вы видите экран мой. Смотрите, спрашивали насчет сколько можно зарабатывать на проекте, сейчас чуть позже покажу. Вот смотрите, уведомления, которые там буквально там каждую минуту приходят. Это начисление и с активного способа заработка, и с пассивного. Смотрите, сколько тут еще тут можно посмотреть. Так, 90 уведомлений. Постоянно приходят вознаграждения и именно и от пассивных, и от активных способов заработка. Смотрите, тоже. В основном здесь заработок идет при помощи телефона, но есть, например, Artery Note, один из способов заработка, который получает человек на втором статусе. Вот, например, у меня он включен, сейчас я покажу. Это нода, которая устанавливается на компьютере, которая за подписание блоков, то есть она участвует в том, что поддерживает сеть, занимается подписанием блоков, и за это приходит вознаграждение. Я здесь, в принципе, ну, это можно назвать абсолютно пассивный доход. Я здесь никак не участвую. Здесь не нужно ни приглашать людей, даже не строить никакие команды. Здесь просто идет пассивный доход просто от того, что сама программа запущена. И здесь вы видите, что есть именно за валидацию блоков, где написано в данных сообщениях. Они постоянно приходят за подписание блоков, за валидацию. Это заработок именно с пассивного дохода. Это один из пассивных доходов. Есть также возможность зарабатывать на пассиве на телефоне при помощи, ну, точнее, не при помощи, а на самом телефоне. И об этом я в прошлом видео рассказывал. Да, в прошлом видео. Посмотри, дружище, если ты еще не видел. Здесь ссылка будет вверху. Но сегодня буду показывать, так, включаем, показываю я это само приложение. На данный момент у меня на кошелек делегирования я положил, отправил 3828 монет. На данный момент они стоят 51 тысяча примерно. И с них я получаю каждый день, смотрите, друзья, спрашивали. Начисления идут каждый день, раз в сутки они на основной кошелек прилетают, их можно выводить. Можно там делегировать, ределегировать, так сказать. Буду тоже показывать, потому что спрашивали, как заделегировать монеты. Потому что люди покупают монеты и думают, что им сразу же начинает капать процент. Если вы не заделегируете эти монеты, вам процент капать не будет. Смотрите, что нужно для того, чтобы заделегировать монеты. Нажимаете «Делегирование», нажимаете кнопку «Пополнить» и вписываете тут, например, я не знаю, там одну монету. Нажимаете «Пополнить». Идет делегирование, где-то в среднем 30-40 секунд это занимает, и потом эта монета попадает на кошелек делегирования. И с этого момента вы уже начинаете получать пассивный доход. Смотрите, по процентам и по стоимости этих монет. Вот, смотрите, пришло зачислено делегирование. Смотрите, тоже, да, такая фишка. Когда вы закидываете на кошелек делегирования монеты, вам сразу же те монеты, которые находились, уже начислены были на кошельке делегирования, они падают на основной кошелек. Вам даже не нужно ждать, получается, сутки. Поэтому такой лайфхак, друзья, если кому-то нужно срочно снять деньги, которые на делегировании, на кошельке, можете скинуть там любую сумму. И, в принципе, вы получите. А вот уже... это уже, кстати, вот это с ноды прилетело. То, что я вам сегодня показывал только что, вот за подписание блока пришло сообщение, которое зачислили тоже. Тоже пассивный доход. Сегодня по пассивному доходу в основном рассказываю. Смотрите, по стоимости монеты, по количеству оставшихся монет. Смотрите, осталось, сейчас покажу, за 2 недели выкуплено, давайте увеличу. За 2 недели уже выкуплено больше 6... А, сейчас обновим. По-моему, там 65... Да, 65%. Вот. Смотрите, каждую неделю стоимость монеты
возрастает. И начиналась она с 0,13 центов, сейчас уже она 0,17 и дойдет она до 0,23 центов. То есть, покупая сейчас монеты, вы можете заработать этот процент, который на росте монет. Дальше смотрите, по процентам спрашивали по пассивному доходу. Сколько можно зарабатывать, сейчас я вам покажу. Все зависит от суммы, и сейчас будет подгрузиться тут, и будем смотреть. Начинается от 21% до 30% в месяц вы можете получать, это чисто на пассиве. Рассказываю сегодня чисто про пассив, чтобы не затягивать видео. Здесь статусы, вот смотрите конкретно. От 1 до 999 монет идет 21%, от 1000 уже 24%, от 10 тысяч 27%, от 100 тысяч 30% в месяц. То есть максимально можно зарабатывать 30% в месяц. Каждый день капают они на основной кошелек, каждый раз в сутки. И вы их можете выводить и продавать эти монеты. Или ределегировать, так сказать, делегировать. Как делать, я показал. Берете, просто нажимаете на делегирование и отправляете их на кошелек делегирования. И с этой же суммы умноженной вы будете получать. Смотрите, спрашивали, какая минимальная стоимость покупки монет, количество монет. Насколько я помню, можно покупать там чуть ли не от 10 монет. На данный момент монета стоит где-то 14 или 15 рублей. Ну, 0,17 центов, посчитай там, дружище, если точно хочешь знать. И уже эти там 10 монет, я не знаю, сколько это получилось, 150-200 рублей. Ну, с комиссиями нужно брать 200 рублей. То есть, 200 рублей ты можешь уже начать пассивно зарабатывать в данном проекте. Естественно, как бы мы в своей команде обучаем людей зарабатывать и на активных, и на пассивных способах заработка. Мы используем все способы, и поэтому те, кто заходит именно на активный способ, тоже используют. Для этого нужно купить пакет, который стоит 1999 рублей, где-то 25 долларов. Те попадают в нашу команду, мы предоставляем обучение от нас, от основателя данного проекта. Все уже, думаю, знают, как бы Марк Богатыренко, который тоже постоянно опять прилетело вознаграждение так, за делегирование. Вот, кстати, это, в этот раз это уже активный способ заработка, не только с нот прилетает, но еще и именно с построения партнерской своей команды, партнерской структуры. Чему мы обучаем? Смотрите, друзья, если ты, дружище, реально настроен зарабатывать, построить не просто поучаствовать в какой-то партнерской программе, а хочешь построить свой бизнес, и бизнес в интернете настоящий, с которой, ну, будет приносить тебе там не 5-10 тысяч, а у нас, ну, планы у команды дойти там до 1 миллиона в месяц, чтобы получать пассивный именно доход. И мы предоставляем все знания, все навыки, которые у нас есть, опыт, а опыт у нас уже... Те, кто следят за нашими проектами нашего клуба, он довольно-таки большой. Мы уже не первый год занимаемся. Я уже больше 10 лет занимаюсь в интернете заработком. Результаты тоже по другим проектам, которыми мы занимались, я думаю, тоже многие видели. Например, давайте, люблю я показывать хороший проект «Форсаж». Сколько я заработал, вот, больше миллиона. И вот сколько заработали эти люди, например, та первая линия. Вы видите, их тут немного, тут их всего там 15 человек. И то там большинство, как бы, ну, где-то там какие-то есть люди, которые даже не с клуба. Ну, смотрите, те люди, которые работали у нас в клубе, которые обучались, которые проходили обучение, которые применяли эти навыки, они зарабатывали очень хорошие деньги. Вы сами можете видеть. Вот, при том, что если кто-то там думает, что он не умеет приглашать, там не умеет там строить команды, смотрите, друзья, что им нужно будет пригласить там миллион людей. Смотрите, вот количество людей, которые пригласили, люди, которые там заработали 750 тысяч, они пригласили всего 10 человек, позвали. Человек, который заработал 156 тысяч, он 7 человек, ну, человек 144 тысячи заработал, позвал всего 2 человека, построил такую команду. Всему можно обучиться, на самом деле. Все умеют и строить команды, просто многие какие-то блоки у них, и они не верят в себя. Мы даем и по мотивации задания, и по построению команды. У нас и пенсионеры, и те, которые там, люди, которые работали на стройке раньше, они все начинают зарабатывать. Естественно, те, которые выполняют задания. Ничего тут сложного нету. Вы на работе, например,
делаете там какие-то задания и элементарно зарабатываете деньги. Только проблема в том, что 90% заработанных вами денег вы отдаете, естественно, начальнику, а он с вами уже не делится. То есть вы помогаете кому-то строить команды, строить бизнес, строить партнерскую сеть, но для начальника на этом ничего не зарабатывать. Здесь же вы можете работать на себя. К тому же вход на активация активного партнерского заработка начинается с 1999 рублей. Я думаю, $25 можно пойти в кафешку или в киношку сходить с друзьями, и можно просто об этом забыть. Здесь вы реально получаете навыки, вас обучают бизнесу. Вы строите не какой-то однодневный проект, где вы зашли, построили что-то такое, заработали копейки, ушли. Здесь вы можете построить реально свой бизнес. Потому что, тем более, в интернете сейчас уже это единственный способ, который сейчас самый популярный, и все ищут способ зарабатывать, нормально обучаться, получить опыт построения именно своего бизнеса, а не просто какие-то заработок, как вы ходите на работу и в любой момент вас могут уволить. Здесь вы строите свою команду, строите свою структуру и зарабатываете деньги. В дальнейшем это уже ваш будет пассивный доход. Так вот получается, начинал я с пассивного дохода, а закончил активным. В общем, смотрите, друзья, ссылка будет под видео на данный проект. Регистрация простейшая, может быть даже... Так, сейчас откроем. Переходите здесь... Смотрите, вводите свой, придумываете свой никнейм, электронную почту, нажимаете «Согласен», «Создать аккаунт». Дальше смотрите, будет такая страничка, которая будет создаваться ваша сид-фраза. Вы ее обязательно скопируете, потому что это вместо пароля используется, потому что здесь кошелек сразу на сайте прописан, и его вы будете использовать, сид-фразу эту вы будете использовать для того, чтобы заходить на сайт. Поэтому сохраните. И дальше уже, я думаю, дальше вам проще будет перейти в чат. Те, кто активируется, те, кто зарегистрируется, переходите по следующей ссылке в чат. Наш рабочий чат команды. И здесь вы уже получите все здесь сохранить, в закрепленном сообщении. Чат в Телеграме. Опять же, у кого нету Телеграма, ребята, скачайте. Тут вообще сейчас все, в основном все общение происходит здесь. Перейдете в закрепленном сообщении, будет, нажмете сообщение. Здесь дальнейшая инструкция по тому, как скачать, установить на телефон, на iOS или на Android. И дальше, как пополнять, как покупать монеты, как их делегировать, я уже показал. Поэтому, друзья, пишите, заходите в чат. Кто зарегистрировался, пишите, что я зарегистрировался. Вам админы дадут всю информацию, вы ее будете изучать и в дальнейшем уже выберете. Я надеюсь, конечно, мы поможем вам сделать выбор и поможем обучим вас строить именно свой партнерский бизнес в интернете. Начинать у нас ребята, даже те, которые начинали чисто с пассива, заходили, покупали чуть ли не 10 монет на 200 рублей, они пробовали несколько дней, им все нравилось, они в дальнейшем начинали уже покупали пакет за 1999 рублей и начинали строить уже активно свои команды. Но опять же, можно купить даже 10 монет, посмотреть, как все это работает, как эти монеты отправить на делегирование и посмотреть, как эти капать будут вам каждый день эти деньги. Я думаю, вам захочется зарабатывать больше, и вы присоединитесь к нашей команде, где уже будем обучать вас строить команду. Опять же, ссылка на мою личку тоже будет под видео. Все, кто собирается активно строить бизнес, кто будет зарабатывать, у кого есть желание нормально зарабатывать в интернете, не какие-то копейки, добро пожаловать, пишите мне в личку. Будем созваниваться, буду рассказывать вам всю информацию подробно, плюс вся подробная информация есть у меня на YouTube-канале. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ребята, подписывайтесь на мой Telegram-канал, заходите в чат и будем вместе с вами строить бизнес. Будем вас обучать и будем вместе вас доводить до результата. Итак, ребята, опять прилетело оповещение. Итак, ребята, все, всех благодарю за внимание. Кому понравилось данное видео, ставьте лайк под видео, пишите комментарии и до новых встреч!